Palju õnne! Saate edasi tegutseda. Tänan. See meeldib teile vist väga. Eks ole ju nii? Mis? Kuidas? Teile meeldib võita. Huvitav, kust selline pisik üldse alguse sai. Vabandust, ma pean minema tõesti. Душе. Алексей! Где твоя реакция? Ты совсем не в форме. Оп-оп-оп-оп! Да. Когда прибыл? Да прям с вокзала. Поезд только пришел. Ты так хорошо выглядишь. В отличие от тебя. Да? Что, так и будем? На холоде стоять. Пойдем, пойдем. Ну что? У меня к тебе просьба. Какая? Я учу детей фехтованию. Но экипировки у нас нет никакой. Я тут подумал, что если нам попасть в Спартак, это было бы здорово. Мы получили бы деньги, оружие, могли бы выступать на соревнованиях. Спартак? Это всесоюзная организация. Они потребуют документы, будут задавать вопросы. Эндрю, ты с ума сошел? Твоя жизнь висит на волоске, а ты о детишках беспокоишься. А что мне делать? Что, Алексей? Я только хочу жить. Жить нормально. Жить нормально? Эндрю, ты простачок. Кто-то копает под тебя яму, а ты хочешь жить? Жить нормально. Пошли. Алексей, подожди. Две рапиры на два десятка человек. Вместо оружия у нас прутья. Представляешь?